Год назад корпуса клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде были переоборудованы в современную больницу для приема пациентов с COVID-19. В кратчайшие сроки, всего за 18 дней, перепрофилирование было завершено. 12 апреля 2020 года центр принял своего первого пациента. За год здесь вылечили от коронавируса около 14 тысяч человек.